Сосновая роща на пересечении нескольких оживленных улиц – настоящий подарок горожанам. Этот лесок в 12 гектаров – излюбленное место отдыха жителей 8-го микрорайона. Здесь выгуливают собак, устраивают шашлыки, занимаются спортом и так далее. Когда-то тут было очень грязно. Но несколько лет постоянных усилий даром не прошли. Уполномоченные главы поселения Александра Гусева, местные активисты, депутаты и, конечно, ребята из спортивного клуба «Олимп» провели десятки субботников. Им помогали и помогают сотрудники муниципального предприятия «Одинцовское городское хозяйство». Результат налицо. Сегодня в роще чисто и уютно. И уже хочется заняться не просто уборкой, а сделать что-то для души. По плану у нас здесь устроить волейбольную площадку. Когда-то раньше она здесь была, вот, мы сюда приходили играть в волейбол, потом все пришло в запустение. Вот, столбы у нас тут, добрые люди, кто-то увез на свалку, видимо. Но вот сегодня задача отпланировать территорию, ну, выкосить, отбить, так сказать, саму площадку. Вот, потом завезем щебенки, песку, то есть сварим стойки своими силами, то есть вот, мы все это сделаем. Вот, и я думаю, уже к концу месяца здесь будет волейбольная площадка. Спортплощадка – дело хорошее и нужное, но и с уборкой до конца расслабляться нельзя. Тем более, что мусора в лес подбрасывают не только отдыхающие, но и расположенные поблизости фирмы и предприятия. Справедливости ради надо сказать, что и убирающихся становится все больше. То, что вы видите, вот эта вот гора мешков, это вот люди, которым тоже, ну, как бы, ну, уже просто надоело смотреть на мусор. И они, ну, по одному мешочку. Даже один мешок мусора, если один человек уберет, кажется мало. Но на самом деле, если вот таких людей неравнодушных будет больше, то, в принципе, этот лес, он очень быстро станет чистым, и тут приятно будет ходить всем, гулять. Во время этого субботника олимповцы основательно прочесали рощу и полностью ликвидировали пикниковые последствия майских праздников. А праздники июньские еще впереди. Так что этот летний субботник, скорее всего, будет не последним. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».